лучше потом в следующий раз еще за ними ехать. Ну, не знаю, если будет все очень плохо, конечно, не буду отдавать. А но попробую. Не можешь отдать, типа, передайте ребят. Да, ну, они, ну, конечно, нет. Они, блин, подтерутся ими где-нибудь или кофе на них поставят. Они им нужны, эти миграционки несчастные, известно кого. Говорю, если все будет сильно плохо, то да. А если есть будет какая-то маленькая возможность будет отдать, то надо это сделать. Возвращаешься, получаешь обратно. Ты здесь будешь? Ну вот это да. В чем прикол? Я вообще острее, наверное. Вот это ребята мощат. Мы его хоть потом выцыганим. А выцыганим? Ну я понял, что миграционки сегодня, моим не сюда попасть туда. Моим миграционкам. Блин, а пиши куда переправить, придется еще на границу ехать специально. Вот представляешь, сколько бы ты пешком шла, еще ехать нормально? Нет, я не представляю, сколько бы я шла пешком. Да, тут еще на бугор. Еще на бугор, еще и сумками. Вот это весело. Ты нас так хорошо вовремя остановил. А то ведь... Суки устроили людям. Вот просто сейчас две области. Вот все номера ВВ, ВВ, АН, ВВ, АН, ВВ, 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 ВВ. А вдруг? Ну где к полякам? ВВ, ВВ, АН. Короче, только Донецкая, Луганская область. Беларусь, я не знаю, пустит или не пустит. Да, пустит, куда она денется. Ну, я не думаю, что она пустит туда врагов, если честно. Боже, не знаю, надо будет сесть на
посчитать машины, мне аж любопытно. Сколько их здесь сотен? Ну, 1008. Тысяч? Ну, может. Ну, ладно, хорошо, пусть 1000. 8000. Давайте машины пройдемся, посчитаем. Примерно умножим на 4 там. И номера попереписываем. Да, это вообще отлично. Блин, чё вы прикалываетесь надо мной? А ну-ка, что там за флаг? Опа, прелесть. Наша маленькая. Я чувствую, сейчас приедем, все там будут такие друг другу родные. Знаешь, уже все друг друга знают. Вот, вот, две стороны. Ну, с одной стороны, это где дети, их в первую очередь. Да? Вот это, блин, мне было бы обидно, если бы я стояла в правой колонне. Напишем, давайте дети. Тут, видишь, не такая большая. Вон километр. Полкилометра. Наверное. Не такая большая. Вот тут вот сейчас за поворотом сразу. Не, ну действительно, русским надо ставить уже памятник за то, что вот они вот это вот все. Да, посмотрите, прям кому-то на эти все машины. Пограничники. Бедные вообще ребята сейчас там вареные. Не знаю, эти тут сидят, ничего, посчитай, не делают в машинах, а этим побегают по этой жаре, и им еще не последний месяц бегать. Да, вообще этим погранцам надо памятник поставить. Это только полмиллиона выгрузить. Вчера один предположил, до Нового года, говорит, это не кончится. Да тут обещают, но что в скором времени. Но Новый год это только начнется. Да, вот обещают, 1 числа уже финансирование заканчивается, уже никто воевать не захочет. Да блин, быстрее бы им бабки перекрыли. Те кричат, 24-го уже проведем парад Победы. А в Крыму? Нет, в Крыму. Там же этот новый, которого поставили, ну, да, сказал в Севастополе. Вот этот Галатей, на него да смотреть только кошно. Да ему местные из Севастополя горло перегрызут за этот. Все. Боже.